освещение, честно говоря. Самое прям весело. Вообще, с чем вы проводите съемку? Ну, то, что мы журналисты. Ну, и что вы журналисты? Мы имеем право снимать. У кого? Как? Кого вы снимаете? Мы не обязаны спрашивать разрешение. Обязаны? Не обязаны. По какому закону? По какому? Вот именно по тому закону, по которому вы думаете, что вы журналист. Ну, по какому закону? А что мы, какие действия незаконно производим? Скажите, вину признают свою? Послушайте, это не ваше дело. Признают, вас это не касается. А что это дело? Послушайте, молодой человек, вы что, не понимаете, что руками руки не трогай, уберите, руками не трогай вообще? Руки уберите от меня. Уйдите. Руки свои уберите. Вас как зовут? Фамилию вашу скажете? Уберите вся функция судьи. Ну и что вы журналисты? Сегодня в судебном заседании была допрошена свидетель. Это одна из тех свидетелей-очевидцев, которые были непосредственно свидетелями покушения на убийство. А в деле большое количество свидетелей, но непосредственных очевидцев, которые видели, что происходило именно у подъезда в этот вечер, были вот эти 4 человека. А все они допрошены. Сегодня допросили последнюю девушку. Она сказала следующее, что действительно в момент совершения преступления к подъезду подбегало 2 парня худощавого телосложения, одетых в черную одежду, на голове у которых были маски, которые закрывали полностью голову. Сразу после того, как они подбежали к подъезду, раздались 2 хлопка, похожие на выстрел. Она сказала, звуки петард или выстрела. Однако, согласно обвинению, которое рассматривается в данном суде, получается, что обстоятельства дела совсем иные. Несмотря на то, что свидетели эти показания давали на следствие и утверждали, что непосредственное участие в совершении преступления, в покушении на жизнь Сергея Каткина принимало 2 человека, обвиняется в этом только один человек, который, по версии обвинения, подошел один, также один проследовал к подъезду и один произвел 2 выстрела. А почему сам Каткин не принимает участие или мы не правы в процессе? Сергей не согласен с тем, что он является потерпевшей стороной в этом деле. Вот. Ну и во-вторых, по закону он имеет право принимать участие или нет. Он не принимает судебные заседания, поэтому его интересы представляю в данных судебных заседаниях именно я. А кем он является, если не потерпевшим? То кем? Юридическим потерпевшим? Он не считается потерпевшим? Ну, он считает себя пострадавшим, скажем так, от действия неустановленных лиц, потому что их лиц он не видел, и сообщить о том, кто это были, он не может. А вот свои домыслы он также предоставлять не хочет, он говорит, как гражданин я должен пояснить только то, что знаю. Знаю я только одно, что в мою спину стреляли 2 раза. Обвинению они скрылись просто в Котельниково. Уехав из городища, через Волгоград они последовали к Котельникову и там собирались скрываться. Признали ли вину они хоть кто-то или нет, или полностью отрицают? А мы их не допрашивали еще, поэтому сказать, признают они вину или нет, я не могу. Но свои отношения они тоже не выражали, правильно? Отношения они не выражали.